Мечтаете стать профессиональным специалистом в области юриспруденции? Тогда вам точно нужно поступать на юридический факультет Казанского федерального университета. Он расположен в главном здании вуза. На этом направлении в Казанском университете учились такие ключевые личности нашей страны, как писатель Сергей Аксаков, Лев Толстой, Владимир Ленин и многие другие. Вот и по сей день юридический факультет выпускает профессиональных специалистов юриспруденции. В 2024 году факультету также были выделены бюджетные места, а именно 93 места на бакалавриат, 70 мест на заочную форму обучения в магистратуре и 58 мест на очную форму обучения в магистратуре. Достаточно большие цифры, контрольные цифры приема. То есть, и, конечно же, мы надеемся, что будет сформирован очень сильный контингент обучающихся с высокими, традиционно высокими баллами. Если по прошлому году где-то 276 на очную форму бакалавриата. Соответственно, в специалитете нет бюджетных мест, поэтому мы устанавливаем там границу, нижнюю границу 180 баллов по трем экзаменам: история, обществознание и русский язык. И тоже надеемся, что здесь тоже будет достаточно сильный контингент обучающихся и на специалитете. Юридический факультет обладает широкими связями с зарубежными вузами. Его студенты и преподаватели участвуют в международных конференциях, стажировках за рубежом и академических обменах. Здесь высокий уровень теоретической подготовки, освоение необходимых компетенций и практических навыков. Традиционно студенты, учащиеся на бакалавриате, получают профессию юриста. В 2024 году уже во второй раз на факультете будет реализовываться такая ступень образования, как специалитет, где будут готовить специалистов по направлению судебно-прокурорской деятельности. Магистратура на факультете представлена многообразием образовательных программ, таких как правовое сопровождение бизнеса, международное бизнес-право, судебный юрист, а также уголовное право и уголовный процесс. Мы, в принципе, тоже считаем, что предложенные магистерские программы позволяют выпускникам бакалавриата уже определиться с тем, где они будут шлифовать свои компетенции. Поскольку, по большому счету, и бакалаврская степень, она позволяет им трудоустраиваться по профессии, но уже на те должности, которые не требуют как раз уровня магистратуры. Отметим, что на факультете ведется активная работа со студентами по формированию практических навыков в сфере деятельности. Будущие юристы участвуют во всевозможных конференциях и семинарах, чтобы уже в ходе обучения развивать свои профессиональные навыки. Приходи, юридический факультет Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.